Луна всегда завораживала и привлекала внимание жителей нашей планеты. Ей посвящают песни, с ней связывают мифы и легенды. А еще она влияет на многие физические процессы. К примеру, приливы и отливы, давление и магнитное поле. Астрономы издревле следят за этим удивительным небесным телом. Сегодня ночью жители планеты станут свидетелями поистине уникального события – голубого суперлуния. Луна будет, в общем-то, достаточно крупная. И все желающие могут, используя телескопы, прекрасно увидеть кратеры, горы, моря на лунной поверхности. Вообще, я считаю, что наблюдать Луну всегда очень значимо и интересно. Что же такое голубая Луна? Так называют второе полнолуние в месяце. Голубой на самом деле она не станет. По некоторым данным, название явления произошло от английского фразеологизма «once in a blue moon» – «однажды в голубую луну», то есть очень редко или никогда. В следующий раз мы сможем увидеть голубую луну только в 2026 году. Это мы только говорим, что она будет ближе всего и так далее. С помощью телескопов, особенно телескопов астрономической обсерватории рефрактора, самого большого визуального телескопа в России и таких только 26 в мире сейчас действующих, каждый может увидеть луну близко, она чуть-чуть дальше, но все объекты будут видимы прекрасно. Следует отметить, что уникальность астрономического явления еще и в том, что это будет не просто голубая луна, а голубая суперлуна. Небесное тело будет в максимально близкой к Земле точке, а значит, в эту ночь луна будет на 7% больше и на 14% ярче. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.